Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon.com начинает привлекать частных водителей для доставки заказов клиентам. Таким образом, компания, известная своими низкими ценами, хочет снизить издержки, отказавшись постепенно от услуг транспортных компаний. По примеру таких компаний, как Uber, Amazon привлекает водителей при помощи специального мобильного приложения Amazon Flex. В целях сокращения расходов на доставку Amazon.com также создает свой собственный авиационный парк, а также намерен начать вскоре использовать беспилотные летательные аппараты.